нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь и несомненно заводишь. Нравится мне, когда ты громко хохочешь, неважно днем или ночью, это нравится мне. Нравится мне, когда мы смотрим с тобою фильмы, хоть они и дебильны, и даже во сне. Нравится мне, что ты с меня одеяло стянула и меня даже продуло, но мне плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою, я даже в твою честь планету открою. А пока она тебе будет сниться, я приготовлю для тебя огромную пиццу. Нравится мне с тобой на заднем ряду целоваться, и ты не вздумай меняться. Нравится мне, что можем максимум 5 минут ругаться и только 2 обижаться. Нравится мне не замечать расстояний, когда безумно так тянет, это нравится мне. Нравится мне с тобой на кухне и в ванной, и даже рухнуть с дивана. Но мне плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою, я даже в твою честь планету открою. А пока она тебе будет сниться, я приготовлю для тебя огромную пиццу. Нравится с тобою из дома сутки не выходить. Я хочу тебя любую, тебя всю ночь буду говорить. Это нравится, пусть останется с обострениями, yeah. Каждый новый день пусть заварится впечатлениями. Но мне плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо, лишь бы ты ходила голая рядом. Мне никогда не будет скучно с тобою, я даже твою честь планету открою. А пока она тебе будет сниться, я приготовлю для тебя. Раз. Короче, тут оказывается, ну тут выяснилось, что ребята из секты, они готовят сюрприз для Тани. У Тани день рождения, и это будет такой, ну не то что сюрприз, подарок. Я уже об этом рассказываю, это уже не сюрприз. Вот. И мы все хотим пожелать Тане всего счастья, здоровья, этого вот, все, чтобы было как прежде и еще лучше. Таня, я тебя целую. Все, пока. А в Тане мне нравится Танина фигура. Титьки, да. Титьки и попка. Все. А руки у нее золотые. А ноги какие? А ноги просто, она не вот так ходит. Просто, да. Ну, конечно, просто вот секс на ножках, как я ее называю. Таня, я должен сказать, что мы, Таня, мы с тобой работаем уже много, ну, много, несколько лет. Много дней, да. И, но все равно надо понимать, что мы не секта. Давай, Таня, сейчас закроем глаза и вместе скажем: мы не секта. Мы не секта. Мы не секта. Можно закатить глаза еще так. Уйти и вазу туда. Ну и все, и расход после этого. Расход. Расход, все, разбежались. Просто знать, кто вы. Когда ты голая по квартире ходишь и не спишь.
несомненно, заводишь. Нравится мне, когда ты громко хохочешь.